Вот оно, дерево. Желтое пламя его называют. Или фейерверк желтого цвета. Ну а научное название Пилотоформ цезальпиния. Скоро вот оно расцветет. Только-только начинает цвести. Но у него такой тонкий аромат. Сладковатый. Пахнет ванилью. Ну, понятно, что жуки летают. Очень приятный. А запах просто прелесть. Я сейчас его пыталась понюхать. И была в полном восторге. Ой, духи. Чисто духи. Какие-то духи. Когда-то оно будет все покрыто желтыми цветами. А пока только-только начинается пора цветения. Пилотоформ цезальпиния. Дерево, желтое пламя.